Всем привет! В этом выпуске вы узнаете о Ford Granada. Данный автомобиль выпускался с 1972 года по 1985 год. За этот промежуток времени было выпущено два поколения, которые включали в себя, помимо седанов, также универсалы и купе. Granada первого поколения мог похвастаться шестицилиндровым двигателем объемом 2,3 и 3 литра. Спустя несколько лет вышло второе поколение Granada. Первое, что бросалось в глаза, это внешний вид. Он существенно отличался от предыдущей модели прямоугольными формами. Технические характеристики изменений не получили. На новой Granada второго поколения внедрялись двигатели нового типа, а также дизельные двигатели. Стоит отметить, что с 1982 года прекратили выпуск двухдверного седана. К сожалению, в 1985 году Granada вытеснил Scorpio. На видео показан тюнингованный Ford Granada 1978 года выпуска с отличным салоном. Что скажете об автомобиле? Понравился тюнинг или предпочитаете классические версии? Также смотрите другие видео на канале, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!